Все устают, даже самые сильные. Только они, в отличие от остальных, продолжают идти к цели, молча стиснув зубы. Медленно и стойко, шаг за шагом, приближаясь к намеренной цели. Пробираясь сквозь огромную толпу, они идут вперед, будучи непонятными, одинокими, будучи ранимыми и одновременно такими сильными, как никто другой. Они гордо несут свою ношу жизни. Они помнят основное правило жизни – не давать сломить себя ни обстоятельствам, ни людям. Падать – это часть жизни, подниматься на ноги – ее проживание. Быть живым – это подарок, а быть счастливым – это ваш выбор. Любому человеку очень важно найти что-то, к чему он будет стремиться и за что будет бороться, вне зависимости от обстоятельств. После того, как вы поставите перед собой правильную цель, принимать решение будет легко и весело. То, что раньше казалось мучительной обязанностью, превратится в приятное занятие. Жизнь никогда не течет линейно. Проблемы неизбежны. Вопрос в том, как мы их воспринимаем или с ними справляемся. Если проблему решить можно, не стоит о ней беспокоиться. Если проблему решить нельзя, беспокоиться бесполезно. Если вы не совершаете ошибок, вы не работаете над достаточно трудными проблемами. И это большая ошибка. Никогда не сдавайся, даже когда должен. Не всегда бывает легко. Просто продолжай и не позволяй мелочам утомлять себя. Жизнь – это не страдание. Это просто ты страдаешь ею, вместо того, чтобы жить и радоваться ей. Поверь в тот факт, что есть ради чего жить. И твоя вера поможет этому факту свершиться. Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели. Ну а пока мы крутим педали и рулим к цели, важно не забывать о прекрасном, открывающемся перед нами каждый день. Когда устал и жить не хочешь, полезно вспомнить в гневе белом, что есть такие дни и ночи, что жизнь оправдывает в целом. Если однажды меня не окажется рядом с тобой, запомни, ты храбрее, чем подозреваешь, сильнее, чем кажешься, и умнее, чем ты думаешь. И еще кое-что. Я всегда буду рядом с тобой, даже если меня не будет рядом.